Приветствую, граждане республики. С вами, как всегда, консул. Продолжаем мы нашу римскую кампанию во втором Риме с модом «Давайте эта империя на легенде». Усаживайтесь поудобнее. Всем вам приятного просмотра. Итак, в прошлых сериях мы тут вроде бы неплохо продвинулись. Даже забрали целых два города. Почти что катали Никею, которая тут рядышком ползает. Добить бы ее, конечно. Ну, что-то на море не хочу я спускаться. Ну, их в баню, короче, пускай пока плавают. Значит, какие планы в дальнейшем у нас? Подумал я пойти уже в Испанию, сразу тут на таракон напасть, еще что-нибудь. Но напрягает меня все-таки вот эти вот товарищи арверны, да? Кучами они тут ползают, плюс аквитаны, плюс там еще где-то пиктоны. Здесь тоже не особо дружелюбные ребята ползают, поэтому я, наверное, все-таки пройдусь сначала по арвернам. Где-то их подчиню, где-то кого-то освобожу, забирать себе все это дело не буду, просто такой пояс создам из дружественных стран, так скажем. И после этого я уже начну там заниматься Испанией, возможно, Африкой, там посмотрим, как оно пойдет. Значит, кстати, давайте поменяем задачу. Хочу я, чтобы мои ребята вот на вот этот стек напали. Надеюсь, они все-таки примут. И пойдут, хотя это не точно, опять же, да? Также по планам самому туда наступать. У меня в ту сторону пойдет, наверное, легион Ильи и легион Теклиса. Да нет. В ту сторону двинуться. Кстати, восстание будет сразу. Подавим. Бедолага, как он попал. Так, возьму. Деньги нам пригодятся. Сейчас даже объясню, почему. Значит, сам в прошлой серии у нас было там ивент выскочил, да? Дилемма, так скажем. Противоречивые приказы, вот она. И я выбрал там, по-моему, расследовать. Там какая-то коррупция была, что-то еще, я уж точно не помню. И я выбрал расследовать, значит, все это дело. У нас теперь счастливые плебеи, но наши партии на нас обижаются. И обижаются, да, очень даже серьезно. 21 и 30. Поэтому что мы с вами делаем на данный момент? Мы, значит, берем легион историка, выдвигаем в эту сторону. Здесь все равно у нас инсубры ключами ползают, прикрывают. Смотрим, что у нас там у центуриона интересного происходит. Так, давайте вот копейщика ему возьмем. Ну и пока, наверное, хватит. Теперь здесь у нас все строится, ломается, перестраивается. Так, историк у меня уже здесь. У этого чела есть плюшка на строительство подешевле, да? Можно здесь что-нибудь поставить. Сельские хозяйства, там еще что-нибудь. Хотя давайте все-таки, наверное, внутренней политикой сначала. Значит, вот эту мадам я зашлю. Да, я ее зашлю. О, клуги. Тут что-то обижаются, ребята. Дальше главу фракции сгоняю я все-таки к македонцам. Они хотя бы со мной дружат. Ты пойдешь в Афины. 20, да? Так, ну еще одного можно заслать. Заслать. Вон, Мардия куда-нибудь. Надеюсь, у них что-нибудь получится. Ну и заодно немножко мы снизили, так скажем, процент гражданской войны. Дальше. Теклис. Выдвигайся пока сюда. Давай тоже на помощь. Эх, вот этот бомжар. А что у меня там по гарнизону-то? Да, но гарнизон, конечно, не ахти, поэтому рядышком тоже вот так вот встану. Вроде бы атаковать мы с одной из сторон не должны. Немножко порядок поднимется. Вот здесь я все-таки в городе останусь, потому что Толоса карфагенская. Аквитаны вон здесь ползают. Здесь я пробегал, по-моему, тоже где-то были. Здесь у нас как дела? Надо вреда просто посмотреть, что происходит. Здесь пусто. Ну, в любом случае, в эту сторону идти, отобрать Толосу, воевать с этими самыми аквитанами, это пока нам не с руки, так скажем. Поэтому наступать будем вот отсюда. Встретим вот этих равернов. Или они нас, не знаю, кто-нибудь кого-нибудь встретит. Дальше где у меня тут? Кто еще есть? Где-то разведка у меня ползла. Я ее даже куда-то вроде отправлял. Они меня отправляли. Вот. Она пойдет у нас посмотрит, что происходит на Корсике и Сардинии.
Было очень интересно. Так, ну и покороче все. Кто-нибудь качнулся еще? А, воитель качнулся. Воитель качнулся. Так, чуть я тут интересного там. Критический успех. Все, ему пытаюсь накачать этого критического успеха, но что-то как не очень получается. Так, ну вероятность. Все равно у меня тут в обороне, так скажем, стоит. Легион Влада. Так, тебе. Ночной воитель. Мы нападем на рассвете. А вот ночные бои уже вон уж где. И пока я до них не достаю, да? Здесь стоимость набора, стоимость пополнения. А, давайте еще пополнение возьмем дополнительно. Наемники. Количество боеприпасов тоже неплохая штука. Так, ну и пока все. Эдиктов нигде ничего создать не могу. Поехали дальше. Итак, у первого же дипломата неудача. Это фигово, да? Вот, щедрое дание, это неплохо. Барда потащили и предал. Восстание неминуемо понятно. Союзник принял цель. Замечены пираты. Кстати, о пиратах. Раз уж нам щедрую дань притащили, давайте-ка. Вот здесь вот. Восстановим наследие какой-нибудь. Временный флот Теклиса, да? Так, и возьмем, наберем туда кого-нибудь, да? Не сильно дорогого. Для начала вот так вот. Наверное, потом я переименую этот флот. Хотя, наверное, пока сейчас переименую. Так, Теклиса я лишу его, потому что у него все-таки есть легион. А потом, если я его не распущу, то я кому-нибудь из ребят его передам. Значит, пускай набирается. Надо вот этих вот ребят будет нагнать. Дальше, что у нас там в политике? 37. Да, ну продолжает, конечно, они тут воду мутить. У тебя ранение. Вот это хреново. Так, продолжаем. Значит, ты опять сюда. Ты пойдешь в Ордии. Ты пойдешь. Лугем сходи. Так, ну пока как-то так. Так, раз у мадам там ранение, мы, значит, вот этого парня загоняем сюда. Пускай пока стоит. Да, конечно, порядок ухудшится, я в курсе. Делать пока нечего. Сюда ставим Невиафулона, наверное. Пускай командует. Этот на следующий ход, возможно, куда-нибудь у нас сбегает. Тоже посмотрим. Ну, там что по верности? 21 так осталось. Так, а ты можешь нагнать его? Хотя, не сильно-то важно. Так, ну а здесь начинаем выдвижение в сторону Равернов потихонечку. В два стека. У нас пополнение идет в какой-то веке. Чего у них здесь интересного? Стоять, чертяки. Так, здесь. Испанцы появились. Здравствуйте, это что такое? Вот. Вот это хреново. Чего у меня там? 17 отрядов. Аускул слабый. Орецы тоже. Ну вот не зря флот собираю, наверное, для прикрытия. Так, центу. Центу. Так, тарантосы. Дарку вот эту взять. 300 рублей стоит. Заход, зараза. Или хотя, ладно, давайте пока поэкономим. Деньги лишними точно не будут. Так, здесь продвинулись, здесь стоим, обороняемся, здесь примерно то же самое. Ну, будем, конечно же, гонять этих самых восставших. В общем, я, наверное, сейчас за кадром пока, если ничего интересного не будет, поиграю. Продвинусь сюда, ближе к Равернам, и там уже включусь. Поехали дальше. Итак, друзья мои, значит, поиграл я тут чутка за кадром. Значит, приперлись у нас тут аквитаны, здесь, как всегда, восстание. Денег у нас не сильно много. Раверны пока что никуда не делись. И я, в принципе, до них достаю. Поэтому, наверное, сейчас у нас будет с ними
жесткая заруба на переправе. Здесь продолжаю. Точнее, не продолжаю или продолжаю. Нет. Один отряд я в прошлый раз всего лишь нанял для атаки вот этих бомжей. Но скоро я с ними справлюсь. У нас, как всегда, проблема с нашими партиями на этих зонах уйти. Здесь 31, здесь 4. Вот эти вот два дебила по очереди ходят, по очереди получают ранения. Затрачивается немало денег на их лояльность, так скажем. И коварной Патриции это говно будет у меня еще целых 5 ходов длиться. Я думаю, сейчас мы, наверное, сначала с вами разберемся с армерами, потом уже будем заниматься этими ребятами. Что у нас здесь? Родион Ильи. Я так полагаю, мы с вами из легиона Теклиса перебросим мечей. Перебросим мы даже двух, наверное, мечей. Заберем обоз к чертовой бабушке. Будет важно больше, наверное, все-таки количество, чем боезапас у стрелков. Теклис в этой битве участвовать не будет. Он чуть позже подойдет, потому что, мне кажется, если я сейчас двумя легионами на него нападу, эта зараза сбежит. У него здесь кто? Легкие копейщики, стрелки, куча конницы. В общем, погнали. На атаку. Не на переправе, кстати. Нет, похоже, не на переправе. Да. Ну, думаю, справимся. Поехали. Итак, замечательная погода. Вон он, наш противник. У нас здесь где-то две переправы. Здесь и вот здесь, наверное, скорее всего. Давайте расставляться. Какого-то хрена там войска мои вообще вон там где-то появились. Я думал, будет не на переправе битва, потому что мне показалось, все-таки легион там за мосток проскочил. Но все-таки карту выдала переправу, поэтому нашим легче. Так, баллиста. Туда. Здесь, значит, копья ставим. Три меча. Здесь, наверное, аналогичная ситуация будет. Важно побыстрее все это дело закрыть. Куча стрелков, у них кавалерия вся наша в резерве. Так, и лучники остались. Лучников тоже, в принципе, можно поставить посерединке и вертеть и в ту, и в эту сторону. В случае необходимости. Можно вот здесь попытаться, кстати, побыстрее разгромить противника. У них здесь всего один отряд пехоты. Три отряда конницы, да? А там как раз сдерживать стоять. Давайте мы, наверное, перебросим сюда одного триария для сдерживания конницы, а здесь заберем одного меча. Ну, если что, у нас тут галы помогут. Так, ты пока здесь останешься. Так, триарии вперед. Лучников тогда, соответственно, тоже сюда перебросим. Побыстрее их дострелять. Принципы. Так, ты пока не стреляешь. Так, ну и важно сейчас вот здесь вот будет по-быстрому сюда добежать, перекрыть все и подтянуть подкрепление. Давайте начинать. Баллиста-то у меня есть, должны они, по идее, вот так пойти. Так, подтягиваемся. Лучники ближе. Так, ну они, в принципе, тоже не сильно торопятся поближе, да? Возможно, тогда нормально и успеем. Так, начинаю вот этих бомжей гасить. Встречай кавалерию. Метнули. Метнули. Наши остались без снаряжения. Так, вот это правильно дела. Пофигу, в принципе, да? Ладно, в кого выпьем. Оборонительный строй. Нашли. Генерал где-то у него скачет, не поймешь где. Так, режим обороны. Не забудь. И мы туда в кучу. Оборонительный строй. Налетай. Так, вот эти двое. Вот эти двое сюда выходят. Остальные в кучу. Наши остались без снаряжения. Там как дела?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы не прошли дальше. У них пони-то неплохо держится, однако. Пони будет всеми силами. Начальника сюда переброшу. Так, здесь стоим, здесь стоим. Неплохо стоим. Сосредоточили лучников на вот этих ребятах. Так, а где моя кавалерия? Поближе. Баллиста вот сюда лупи. Ух, сейчас накидает мне вот эти бомжи. Ближе подходим. Кто это? Гонские лучники. Далеко не свою фигуру шурят. Давай, бежал по ним. Ближе. Генерал подходит. Он накричать может, и все на свете. Так, баллиста. Разворачивайся по сюда. И куда-нибудь вот в этот район. Можно вот так вот, в принципе, сделать. Нельзя. Нельзя, похоже, ладно, хрен с ним. Через Альп просто нажимаем и пускай выпить. Так, конница Равернов прорваться не может. Нашим легче. Еще отряды. А сколько же у нас тут? Так, отойди-ка назад. Перестроились. Подойди ближе. Так, застрелов упасали. Еще одних надо. Поднимем. Вот это хреново, ты как пролазишь так интересно. Так, ну там кого-то вроде даже сломали. Пошли назад. Тут как дела. Вот это весело. Ты как здесь оказался, собака? Тоже как-то просочился так. В ряд выстроился и все, и ползет, блин. Так, угонул. Ну почти-почти. А здесь справились. Сюда лупим. Полиция назад, так что? Это кто? Чемпион Армиров. Вот это серьезно, наверное. Голодлупы. Чемпионы. Как-никак. Еще конница идет. Встречай. Здесь мы уже просто не пройти к ним. Лучники перестроились. Было чемпионов провел. На нашего начальника напали. Вот. Ничего не вдохновление. Стоим. Там как дела? Так, здесь справились, отлично. Сколько там стрелял? 92, минус там. Так, ну, пехоту нашу легко сдерживают, вроде как, с той стороны. Здесь основная заруба идет, тут куча конницы и более элитные отряды. Лучше какой застрял в конец. Хотя можно попробовать так же просочиться. Там нет, там вряд ли так получится, да? Иди сюда. По чемпионам. Тоже надо быстрее. Так, наступай. Вот этого бомжа надо зарезать быстрее. Ну и по чемпионам все один. Опять конец возвращается. Какая собака, а? Не любят эти чемпионы, похоже, обстрел. Разголожопые. Еще крики на них. Там как дела? Так, баллиста почти отстрелялась. Снова конница проползает. Да сука, так проходишь-то. Там, наверное, наши остались без снаряжения. Ранняя, знатная. Или какая она там?
до баллиста пытаются добраться, видимо. Так, налетай на вот этого. Чемпионов армейцев почти сложили, давай сюда. Наши ряды дрогнули. Которые... О, а ты как там оказался вообще? Немного... Продолжаем помогать. Здесь справились. Наши остались без снаряжения. Заткни хлебало. Так, ну с этой стороны вроде справились. Где наша кавалерия? Вдогонку. Так, так, подождите, лучник. Вдогонку. Лучники назад. Так, не тыкайте ему. По самому не могу. Проходи сюда. Иди добивайся этих чемпионов там. Двигайся вперед. Бандиры взрывают. Так, с той стороны стоят. С этой стороны вроде нормально стоят. Убежали, у меня один отряд убежал. Так, мы больше не просачиваются. Догнать вот этого бомжа. Так, ну у тебя уже есть задача. Ты тоже давай дальше сразу. Все, весь отряд туда. Ты тоже. Ну, эти пускай стоят балды. Так, ну, наверное, вот эту кавалерию я тоже начну перебрасывать. Добьют они его там сегодня, нет? Он вроде как сломленный, а вроде бы и нет. Шевелим копытами. Вражеский военачальник убит. Отлично, вот этих добивай тогда. Там закончили, возвращаемся. Так, у него тут еще один конь бегает. И тут ему вроде негде пройти. Так, секунду. Итак, меня тут немножко отвлекли. Продолжаем наше сражение. Конница уже продвигается. Так, вот этого бомжа еще добить, и будет прекрасно. Ну, вроде неплохо наши ребята стоят. Хотя продавили нас. Все-таки вырвали на берег, хотя стояли на этом тренере. Видели, как они туда испытали, бедолага. Так, ну, мне кажется, что основные такие серьезные силы, но у них уже грохнули. Вот этих копейщиков тоже не стоит недооценивать, наверное. Мы там закончили, нет? Ну, генерал, ладно, пускай занимается своими делами. И ждем, когда остальные силы подойдут. Довольно серьезно им досталось. Ну, что такое? Он себе бегает. Тоже давай на тот берег. Так, давай-ка ты сразу грохнешь вот эту кавалерию, чтобы она не мешалась. Это последний, по-моему, отряд кавалерии. Это где у меня? А, ты стоишь, как балдеешь. Ну, вперед, давай. Вот этих немного охватывают, так скажем, с фланга, с отданием. Здесь тоже на легких, кто там, легкие копейщики. Так, догнали конницу, но вот уже не знает, бедолага, куда одеться, поэтому встали просто и ждут, когда мои ребята до них достанут. Ходи ближе. Генерал, наверное, тоже ближе уже. Вот там за бомжами гоняться, да? И здесь конница идет. Истощены бедолаги. Надо будет их воодушевить как следует. Так, возвращайся. Тоже подходи. Так, давай. Блин, советовали мне в клине чаще, это что-то как по привычке. Особо его не использую. Так, улетели, ага. Затряслись. Тоже в клин. У этих есть клин, у этих нет.
нормально. Начинают сыпаться раверы. Еще чаржик, я думаю. И ребята раздвигаются. Тем временем тяжелая пехота подходит, перекрывает это все. Так, наших вдохновить, сплотить и ритм было на твоем участии. Тем только не досталось, к сожалению. Пацаны вперед. Зажимаем. Все складывается в нашу пользу. Смотри, конницу отвел, они сразу передумали бежать. Тут уже им не займутся, наверное. Они тут конницу как-то будут встречать и выбирать, кто побежал. Все вперед. Ну ты сразу можешь начинать бить. Добиванием заниматься. Еще ребят забыл. Да, мы здесь. Вот этого огня не достанете, не достанете. Все, готово. Так, ну все, я добиваю и встретимся на карте компании. Тяжелая победа, почти 900 человек я потерял, 850 точнее, да? Но войска равернов почти полностью уничтожены. Там я, если что, подкину отряды из легиона Текриса, ну или там у нас пополнение как-нибудь пройдет. Не, полностью готово, отлично. Так, тяжелая победа. 1800 не густо, конечно. Так, а я отойти могу на свою территорию. Да, могу встать на переправе. Потихонечку пополняться. Текрис подойдет, прикроет. Наем-то есть. Ну, его пока особо-то нету. Так, теперь с нашими бомжами давайте разбираться. 31. Отправлю ее, куда я ее отправлю, куда я ее отправлю. Боспорт пускай сходит. С этими вроде бы неплохо все. Так, этот у нас товарищ ранен. Ты же ранен? Да, он ранен. Поэтому там я уже ничего исправить не могу. Возможно, сейчас еще атака вот от этих ребят. Так, ну-ка, дай-ка я нагоню. Во. Вопрос, а я успею вернуться, в случае чего? Думаю, успею. По-быстрому. Угомоним. Да, спокойно возвращаюсь. Встаем обратно. Деньги пока экономим. Ладно, злой историк на прикрытии. В принципе, наверное, пока все. Значит, здесь немножко восстановиться. А квитанов бы отогнать куда-нибудь подальше. Что у них там? Ну, у них, хотя у них куча прачников гальских всяких. Тоже лучников. Тоже будет непросто. Там как дела стоят. Возможно, еще у столосы кто-нибудь выскочит. Так, а здесь? Здесь вроде не видать никого. Ну, стой пока. Кури, кури здесь. Так, здесь у меня... На Корсику Сардинию высадилась разведка. Никого особо не видать. Поэтому давайте мы ее вот сюда куда-нибудь перебросим. Тоже пойдет смотреть, что там происходит. Сиракузы вроде бы набираются, вроде бы готовятся, вроде бы у них все прекрасно. Можем у кого взять тут еще? О! Так, копия у меня в принципе есть. Давайте вот этого парня возьмем. Здесь, правда, тоже от мечей мало что осталось, этих кучу. Прям совсем, наверное, в кучу. Как-то вот так вот, 1200 остается, да? Ну и кавалерии у меня, кстати, нету, да? Слово совсем. Ну, пока, в принципе, она мне тут не сильно-то нужна. Наступать я не собираюсь. Для защиты мне и этого хватает.
Так, с этим вроде все порешали. Здесь у меня пацаны, кстати. Так вот сделать еще. Вряд ли он проскочит, чтобы ударить по Теплису. Хотя, бог его знает, может проскочит. Поэтому, ладно, не буду. Здесь стоим на переправе. И поехали дальше. Итак. Союз распался. Тордетаны разорвали отношения с Карфагеном. Восстание. Как всегда все. Вернулся со знаменитым бардом. Исследование завершилось. Что-то там надо было сделать. Вероятность гражданской войны. Так, вы что, бомжара? Ты все еще ранен? 26. Что-то я повтыкал, но что-то сделал полезно, нет? Давай вон в Афины сходи. 21. Так, значит, какие еще события у нас? Лузитаны подошли на помощь, забрали себе Немис. Команда! Отнюдь не против. Значит, давайте еще вот этого набудем, парня. Догоним, добьем. Там тут с лузитанами, да? У них вообще вариантов никаких. Военные традиции. Так, а я достаю? Нет, я не достаю, естественно. Хреново. Военные традиции. Что у нас там есть интересного? Атаки для отряда рекрутов. У меня таких пока нету. Или это просто новые отряды. Могли бы так и написать. Хранители мира давайте возьмем. Защиту. И шанс нападения успеха из засады. Дальше. Теклис подтягивается, поддерживает. Что там у них Висонтио? А, еще стек стоит. Так, Тордетаны, говорят. Взяли и перестали дружить с Карфагеном. Но со мной они воюют, а мир они не хотят. Вот жуки. Так, никто тут не позеленел резко? Нет, пока только краснеют. Пока только краснеют. 2000+, может мне еще к этим заслать? А, уже денег не хватит, да? На денег уже не хватит, чтобы кого-то куда-то заслать. Так, ну на следующий ход, значит, мы идем атаковать Бибракту. Много здесь пацанов подобъединю. Кони живы, эти живы. 18 отрядов осталось. Снова придется Теклиса отправлять на пополнение куда-нибудь. На восстановление. Так, ладно, этот бомж пускай стоит. 8 через ход уже... Появятся гарнизоны более-менее количественные, да? Так, здесь что интересного намутить? Содержание наемников. Так, Империя 7, ну это ладно. Здесь пока оставим. Так, давайте-ка политикой займемся. Философия, политика и так далее. Налоговая ставка. И верность. Давай сюда пойдем. Так, а по строительству что там есть? Так, здесь уже поля все конкретно, да? А, я строительство тоже хреново изучил. Давайте-ка изучим. Потом уже той темой будем заниматься. Кстати, лузитаны. Не хотите ли вы... Не хотят ни в какую. Остальное, наверное, даже спрашивать не буду. Хотя, погоди, что у нас там есть-то? А то я вечно так с ноги захожу. Так, воюет он с нашими врагами. Договор нападения хочешь? А ну, даже если договор нападения не хочет, тогда тут. По-любому хрен что с ним договоришься. Так, ну вот так особо разговаривать не с кем. 2000+, пока нам их... А, я знаю, куда мы их потратим. Я вспомнил. А то я вечно про вот этих пацанов забываю. Про вот этих я имею в виду. Надо ими заниматься. Так, чуть-чуть не хватает. 2 монеток буквально. Так, ну и поехали дальше. Итак, друзья мои, аквитаны. Значит, обошли они там всю Испанию. Не тронули даже лузитан, хотя они с ним воюют. И вас так и выскочили на меня, на Мамарцу.
что у них здесь полканы, понятно, помню знать. Это кто? Иберские каатраты какие-то. Не слышал такого названия. Это кто? Иберское ополчение, но не самые серьезные ребята, наверное, да? Хотя могу ошибаться. Бог его знает, как тут в моде накрутили гальские охотники. А здесь чего? Здесь уже посерьезнее. Конная знать, знать катабров, скутарии-копейщики, пожалуйста, всякие там гальские мечники, иберские пращники, чтобы их за ноги. Короче, битва, похоже, будет очень серьезной. Гальские охотники всякие и так далее. Так, у меня там что? Ну, у меня тут гарнизон, понятное дело, не ахти. Конница имеется, пехота вот как бы тоже имеется, будет чем порубиться. В общем, с этой битвы мы с вами следующую серию начнем. Почему? Потому что сейчас эта битва затянется как минимум на полчаса. Променную серию что-то делать сильно не хочется. В общем, всем спасибо за просмотр. Не забываем писать комментарии, ставить лайки там, если кому интересно. Можете там посмотреть, что прохождение моей римские ванилии в тесты с Ultima Ratio. Также подписывайтесь на канал, если тоже, опять же, у вас есть такой интерес. Ну а с вами был Консул. Всем вам здоровья, удачи и всем пока-пока.